Вот она и 90-е, 90-е. Ну что, раз, приветствую. Мы продолжаем проходить Far Cry 3 Blood Dragon. Мне очень зашла игра, настолько зашла. Ну, по крайней мере, пока что, да, в начале. А как только мы смотрели с вами, мне, блин, настолько зашла эта игра, да, что... Ну, по крайней мере, пока что, говорю, пока что мне она заходит, и пока что мне она нравится, эта игра, что я решил все же пройти ее. Вот, и... В принципе, посмотреть, насколько сюжет здесь, да, длинный, и на то... На то, о чем эта игра. Вы скажете, ты что, совсем что ли? Тут про искусственный интеллект игра, про роботов. Ты что, не понял, что ли? Я понял, но сюжет на чем основан у нас? Понятное дело, что мы играем, да, за робота, такого сверхчеловека и тому подобное. Понятное дело, это очень классно, прикольно. Но каков сюжет будет, какой конец будет, какой финал? Это будет очень интересно. Зовут Саша Пудовни, называйте пляди, когда не прям писать, только что прям чипить кофе пить или пить воды при этом просмотр, а мы, собственно, начинаем. Так, дополнительное задание. Освобожденные базы приносят мир и демократию, также разблокируют два типа доп. Заданий. Спасение заложников, путь хищника. Доступного задания по спасению заложника, хорошо. Оправдаем надежды фанатов. Вперед! Давай, куда нам с тобой... В этот раз, Рекс. Почему я не могу купить ничего? Это мне очень беспокоит. Поехали. Так. Оу. Ну да, вон из Far Cry 3 это все взято. Из Far Cry 3 это взято, все понятно уже. Уже все понятно. И... Ну то, что это взято из Far Cry 3, вот этого, кстати, не было в Far Cry 3 вроде. Вот это интересно. Блин, чё он так быстро плавает? Мне уже начинает нравиться. Правда? Ну, знаете, вот когда он, помните, показал, типа, рок, так рок, то мне как будто бы показалось, что либо это киберпанк спиздил отсюда, либо просто похоже. Это вот интересно, очень интересно. Перебейте киберсолдат группы Омега тихо, иначе они сами перебьют заложника. Заложник в опасности. Спасите киберботана. Бля, хуйня какая-то, блядь. И сюда нахуй. Фак показал, ты видел? Можно? Подожди. Чего, блядь? Подождешь, ебану, блядь. Сука. Что, не ожидал? Обсуждаем. Иначе они сами перебьют заложников. Защитите заложника, пока его насмерть не пристрелили.
Бон. Поехали. Да мальчик, иди сюда, блядь. Папочки домой, блядь. Прости, что я не верил в тебя. Ничего страшного. Со всеми бывает, мужик, со всеми бывает. Подойди на минутку, а? Сейчас, подожди. Это максимальный уровень, ребят, напоминаем. На максимальном уровне проходим игру. Максимальном уровне сложности. Батя прыгает. Сейчас подождешь. Отлично, подойди на минутку. А? Есть. Слава богу, ты спас меня. И цыгалово, блядь, что? Дополнительные задания – это источник приспособлений и кредитов. Загляните в магазин. Пушка – лучшая защита, особенно здоровенная. Патроны заканчиваются раньше, чем враги? Не забудьте заглянуть в магазин на ближайшей базе и купить все, что нужно. Наконец-то. $50 всего. Освобождайте базы, получайте доступ к магазинам, новым заданиям и точкам мгновенного перемещения. Дополнительные задания принесут вам приспособления, оружие и патроны. Все это сделает вас счастливой машиной смерти.
шипы отключены. Есть кассета, видишь? Не надо, брат. Опа. Даю новую задачу. Не оставляйте никого в живых. Счета сделано. Пораскинул мозгами. Давай, давай. Где они, блядь? Бля, охуенно. Жалко, здесь другое оружие нельзя брать. Вот и трубовик. Вот так вот захватываются здесь аванпосты.
Довольно просто. Бля, здесь вроде ничего такого нет даже, да, чтобы собирать, что для большая локация довольно. Это доп задание. Так, поехали нам куда? А вот сюда, собственно, да? Надеюсь, хоть флаги собирать не придется. Хотя бы, блядь, хотя бы... Ой, блядь. Хотя бы не тратиться хбшка, ты падаешь. Вот так вот берешь, падаешь с большой высоты. Смотри. Бля, нихуя не изменили, смотри. Это... Жестко, жестко. Ох, нихуя ты не дал. Так, я у плотины. Ну и махина. У каждого объекта есть генераторы, но без плотины Слоуну не развернуться на всю мощность. Тогда разнесем эту хрень. Отлично. Высылаю координаты места, где полно Си-4000. Без воды система охлаждения реактора выйдет из строя. Задача — найти Си-4000. Я готов взорвать эту штуку. Как в Квебеке, когда вы спасли мою группу, вызвав перегрев реакторов гидроэлектростанции. Я плохо помню, что было до ранения. Детство, родители, вторая вьетнамская. Прости. Удачи, Рекс. Надеюсь, ты снова нас спасешь. Задача. Взорвать плотину, установив Си-4000 в уязвимые места. Обнаружены робо-псы. Осторожно, от их нюха не скрыться. Используйте дайс, чтобы отвлечь внимание робо-псов.
Я, сука, не отмечаю этого. Это за тебя, Спайдер. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Бля, боют оружие. Укоротил на голову. Отлично. Присылайте врача, я и его. Благо они здесь не так сильно бьют, как вот в Far Cry 3. Зачем нам киберсердца? Зачем нам киберсердца? Вот непонятно. Разнесем тут все. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Нам туда осталось забраться. Обнаружен огнеметчик. И его бак с горючим тоже при нем.
одной бочкой меньше. Он очень долго переключает. А где твоя голова? Посылайте врача, я и его убью. Да, ну снайпад здесь только либо снайпой, либо пистом. Но пес тоже такой, типа, прикольный, блядь, но не то. Задача выполнена. С-4000 на месте. Перед взрывом отойдите в безопасную зону. Оторвемся по полной. Надеюсь, новая С-4000 не хуже старой С-400. Нет, хуже. Док, эти бомбы не сработают. Там были гражданские. Но... Я знаю одного. Он поможет с диверсией. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Внимание! Сегодня в кафе состоится пикантный вечер. Всему составу группы Омега дополнительная киберсмазка от Кобаяси. Киберсмазка от Кобаяси. Смазывает ваше будущее. Укоротил на голову. Быстро убить сотню другую коммунистов? Чего ждать? Разрядите террор 4000 по их красным задницам! О, да, дед. Я искал тебя всю жизнь. Пизда вам, ребят. А, типа оружие открывается с этим? Понял. Бросьте в противника киберсердце, чтобы дракон атаковал его. Смотри, что я тебе... Внимание! Осуществлена нога. Присылайте врача, я и его убью. На, жри. Пока всех не перебью, не остановлюсь.
Ой, смотри, бежит. Да, дракон не нужно было трогать. Бля, ты видел, что дракон делает? Ёбнешься, бля. Да, могу что-нибудь подсказать. Хорошо, спасибо. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Чего ждать? Магия. Сегодня в кафе. Поехали. Противника киберсердце, чтобы дракон атаковал его. Внимание! Осуществлена новая поставка взрывоопасных красных бочек. Пизда вам, ребятки. Почему его лучше вообще не трогать? Ой-ой-ой-ой-ой, зря ты это сделал, мальчик. На нахуй. Ты видел? Просто с нихуя ебашит. Тихо-тихо-тихо. Ты видел? Просто на, вот так лазером и все, блядь. Достойно. Дракон прям охуенно фича. Всех не перебью, не остановлюсь. Инфаркт. Да куда? Бать, смотри просто. Что-то напоминает.
Пиздец. Да куда ты? Ладно, хуй с ним, давай. Я разбил ему сердце. Да. Ну, дальше что нам? Встретиться с инженером. Узнать, где он, блядь? Мальчик, зря ты там бегаешь. Он где-то, короче. Где дракон-то? О, он там, он дальше. Надо здесь лутать и лутать чисто. А это просто так не надо, что нельзя, чтобы пропадало просто. Шмяк. Выполнена. Вы все же, Эрик Скотт? Доктор Дарлинг говорит, вы герой. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно, тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что ж, отключим словно свет. Задача. Защищать инженера. Погодь. Стой, мальчик. Так, не нужно. Подожди здесь, пока не закончите. Нет, вот этот. Чтобы знать, когда наверх подняться. Где он? Своих подчиненных. Только сильные могут постоять за себя. Я понял это на войне.
Мы были недостойны победы. Мы превратили Канаду в ядерную пустошь. Этого было мало. Но, сынок, придут большие перемены. Это я тебе обещаю. Не дергайся. Подожди здесь, пока не закончите. Внимание! Очистка от мутагенных биотоксинов на подуровне 3. На подуровне 3. Чё, блядь? Ебать. Что ты несешь, Слоун? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства. Только извинился. Готово. Это мост к ядру реактора. Ну же! Они в системе охлаждения! Выпускайте гидрокол! Я заблокирую механизм управления и перезагружу эту крошку. Отключим Слоуну свет. Вы это уже говорили. Пусть сидит при свечах. Ну ладно, почти готово, сержант. Внимание! Сильное электромагнитное воздействие. Ну черт. До аварийного канала под водой. Помните, там гидрокулы. Поиск. Задача. Отключить шунты под водой. Посадить 7 розовых кустов и снять предохранители. Шунт отключен. Найдите новый до полуночи. Что за шутки? Задача выполнена. Идите к инженеру на белом коне. Есть! Осталось взломать систему и подобраться к ядру реактора. Внимание! Парковка сзади запрещена. Скрываю оболочку. Не дайте им меня прикончить. Поехали.
Идите сюда, ведра с гайками. Бля, ну ты... Готов? Я готов. Без Бенджи. Не жаль, Рекс. Бенджи был слабым парнем. Док, он был настоящим героем Америки. Вложу в работу все сердце. Не забывайте мыть руки после туалета. Вы обмениваетесь рукопожатиями со всеми своими знакомыми, в том числе и со своей матерью. Вы видите, вы хотите, чтобы кто-то ее трогал. Мойте руки. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, да. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рокс. В рыцаре молота и волшебства ты бы мне продул. О, да. Компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры — известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект. Не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Суки. Да. Мудак, Рекс. Это ментально ущемленный достоверный асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? Хорош. Вот это, блядь, мне нравится. Что-то напоминает. Да. Ясно что. Так, нам куда? Нам с тобой, собственно. А. Да? Аж туда. Да, мы с тобой переместимся. Быстренько. Я думаю, на этом можно заканчивать серию. Такая серия была. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно. Спасибо за кто это делает. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.